Снегоходном движении как лучший, то вот 14-й, сейчас 14-й, за него переживаю я больше всех. Перворазрядник Евгений Давбуш, представитель команды СТК «Факел». А в этом году
Год юбилейный для «Факела». Для сравнения с «Ямбургом», «Факел» существует уже 3 десятка лет, а «Ямбург» 2 десятка лет. То есть «Ямбург» моложе на 10 лет. Ну, как говорится, молодым у нас дорога. 9-й стартовый номер. Константин Санин, СТК «Ямбург». Идет на второй позиции, а Михаил Колегов 3 секунды выигрывает у него по прохождению круга. А что же наш протеже? Где же он? К сожалению, не видел я 14-й стартовый номер, но по времени прохождения круга он пронесся через 3 секунды после лидера Евгения Довбуш. Надеюсь, борьбы сейчас на последних минутах прохождения трассы, контактной борьбы мы, разумеется, не увидим. Пожелаем дойти до финиша заслуженно Михаилу Колегову, 10-й стартовый номер. Если время, осталась минута, то есть ему придется пройти еще один круг, и потом добавим 2 минуты по лидеру. Еще раз напомню, как тяжело физически для спортсменов, поэтому еще Игорь Моисеевич Подолжний на мой вопрос, а что делают вот эти парни в свободное время от спортивных заездов? У них ведь календарь с декабря и по начало апреля, и все. Я думаю, спросил, а что они учатся? Нет, не работают? Нет. Они работают, учатся, занимаются спортом, активным, здоровым образом жизни для того, чтобы выдержать этот дриблинг. Эти 15 минут тряски, прыжков. Евгений Довбуш, да, прошел он на 3-й позиции, прошел он следом за лидерами Саниным и Колеговым. Но мы видим, что расстояние между ними еще может быть сокращено. Итак, судьи готовят показывать лидеру последние круги. Будем надеяться, что ситуация не изменится в худшую сторону, да. Можно готовиться встречать лидера этого первого заезда. Именно он же, Михаил Колегов, на предыдущем первом этапе не смог справиться с задачей первого заезда. Сейчас он улучшил свой результат. В Альметьевске он был вторым, сейчас он первый. Это очень хороший задел для дальнейшего нахождения в таблице. Максим Чернега прошел перед нами. Булат Хункаев, 18-й стартовый номер. И Михаил Колегов. 2 круга ему осталось до победного финиша. Смотрим секунды, считаем на наших компьютерных системах, пока вот он, отставший на 3,5 секунды Константин Санин, и прессингует его Евгений Довбуш. Примерно 0,7 секунды сейчас отделяет Евгения от Константина. 14 и 9 стартовые номера. Борьба, возможно, все-таки между ними сейчас состоится. 0,7 секунды. Благодарим московскую бригаду за то, что они таким онлайн-режимом нас снабжают информацией. Вот что значит встроенный Wi-Fi. Хотя нет, тут сказали Fi, нет Wi-Fi. Все по старинке, на бумажке. Готовимся встречать лидера. 10-й стартовый номер. Давайте мы сейчас ему поаплодируем, потому что именно ему останется этот своеобразный круг почета, последний, крайний круг в этом заезде. Михаил Колегов. Можно готовить ладошки. 10-й стартовый номер. Лидер заезда. Новое имя в снегоходном движении. Михаил Колегов. Запомните эту вятскую фамилию из Нового Уренгоя. Вот он проносится перед нами. 10-й стартовый номер. Пожалуй, в самом
приличном комбинезоне. Вот судя по цвету, такой яркий, новый. Константин Санин, 9-й стартовый номер. И борьба. Нет, наверное, не будет борьбы на последнем круге. Снова рисково приземляясь, Евгений Довбуш. Но это был... Я бы не сказал, что это был прощальный рык льва. Это такое посипывание, я бы даже сказал. Посипывание львенка. В этом прыжке мы видели заявление, официальное заявление Евгения Довбуша, что он не будет бороться за вторую позицию. Он остается на третьей позиции, что, в общем-то, для него по результатам предыдущего этапа заслужено во всех трех заездах в Альметьевске. Довбуш был на третьей позиции. Стабильность – признак мастерства. Но, как говорится, все время на третьем месте. Обидно, слушай, да? Хотя есть и другое мнение, что третье место самое почетное. Хорошо, что не четвертое. Антон Пирюгин, 162-й стартовый номер. Также последний круг. Количество кругов у лидера будет примерно на 2, наверное, на 1,5, на 2 больше, чем у аутсайдеров. Стандартно, что лидер всегда обходит на круг, лишь бы им при этом не мешали. И вот, уважаемые зрители, добро пожаловать. Приветствуйте победителя этого заезда, 10-й стартовый номер. Да, Михаил Колегов. В Альметьевске в первом заезде он был на второй позиции. Сейчас улучшил свой результат. Заслуженно получает респект Михаил Колегов. Константин Санин, 9-й стартовый номер. Смотрит, он смотрит, конечно же, переживает. Где же прыжок Евгения Довбуша? Но этот возглас тигренка чуть-чуть, всего лишь каких-то 15-20 метров. И можно было бороться. По результатам первого заезда юниоры возраста 14 до 18 лет Михаил Колегов улучшил свою позицию, если сравнивать с первым этапом. То есть он уже победил в первом заезде, у него впереди еще два заезда. Теперь ему достаточно в одном заезде победить, а в другом, в общем-то, можно и не переживать, быть на второй позиции. У него есть некоторый запас. Константин Санин, вот тот, наоборот, ухудшил свой результат. Он стал вторым, а в Альметьевске был первым.